Да, может, это та самая белка, которая золотые орехи грызет. В общем, вот наш холмик. Я хочу его запечатлеть на видео. Вот это наш такой холмик. Мы тут проводим наше лето. Таня решила рискнуть здоровьем и проверить, не та ли это белка. Сейчас эта белка удерет. Да, не будем ей мешать. В общем, вот он, наш холмик-то. Там тоже позируют, фотографируют. Да, вон, любят люди его. Не только мы, оказывается. Чувак засмеялся. Надеюсь, не над нами. Таня удалилась куда-то. А, удалилась под громадное дерево с неизвестным названием и пахучей хвоей. Да, это супер дерево. Ну ладно, белка, пока, все. Мы запечатлели тут нас на нашем месте.